80 лет к причалу Северного речного вокзала ежедневно пришвартовываются десятки кораблей, крупные грузовые суда и прогулочные теплоходы. Уже издалека с палубы виднеется очертание величественного здания со шпилем. Переливающаяся на солнце звезда когда-то встречала путешественников. А вот такая картина с воды открывается сейчас. Вокзал прячется за строительными лесами. У подножья на круглосуточной службе глиняные красноармейцы. Скульптуры стояли на крыше. Сейчас их готовят к реставрации. Внутри полным ходом идут работы. Зал ожидания превратился в мастерскую. Здесь памятник архитектуры собирают буквально по кусочкам. Обратите внимание, это капитель второго яруса здания. Этот элемент был восстановлен по архивной фотографии. В когда-то шумном зале ресторана теперь мастерская по золоту и живописи. Картины с цитатами с Конституции СССР напоминали пассажирам об их правах. Все полотна сохранились, а вот некоторые декоративные элементы интерьера уже утратили свой цвет. Их заново покрывают сусальным золотом. Золото, оно очень тоненькое, сусальное. И разлетается просто буквально от дыхания. Поэтому надо делать это быстро и по возможности укрывать золотом каждый квадратный сантиметр. Стены облицованы искусственным мрамором, имитирующим малахит. Материал непростой. Виктор Крутых – мастер оселкового мрамора. Один из немногих в Москве. В строительстве вокзала участвовал еще его дед. Теперь он, спустя столетия, возвращает зданию былой блеск. Весь процесс – это ручная работа, абсолютно. Начиная от рисунка закладывая и все остальное. Шлифовка, полировка природным камнем. Надо чувствовать, чтобы не поцарапать. Пятиметровой звезде со шпиля здания пришлось спуститься на землю. Ее декоративные части, серп и молот, украшенные полудрагоценными камнями, сейчас тоже на реставрации. Работа ювелирная. Нужно вернуть природную красоту каждому самоцвету. В будущем полностью изменится и вся прилегающая к вокзалу территория. Будет реконструирован причал, который, собственно, сейчас технический причал, а будет сделана первоклассная мирового уровня набережная. Не только для причала судов, но и для прогулок, активного отдыха москвичей. Добраться с одного берега на другой можно будет за несколько минут на канатной дороге. И завершится реставрация Северного речного вокзала уже в следующем году.